67 мобильных пунктов обогрева готовы развернуть спасатели края на трассах региона при необходимости. Сейчас на дорогах водители готовы принять 87 стационарных точек. Это придорожные кафе, гостиницы, рассказали нам в краевом управлении МЧС. Морозы в регионе не отступают. Сегодня ночью местами прогнозируют до минус 40 градусов. Продлятся холода как минимум до пятницы. В Алтай-гидрометцентре отмечают, что среднесуточная температура воздуха отклонилась на 8-20 градусов ниже климатической нормы. Обычно норма этого периода составляет 12-15 градусов ниже нуля. Как нам пояснили в краевом МЧС, спасатели в период сильнейших холодов будут работать в усиленном режиме. Холода действительно осложняется обстановка на дорогах. Избежать подобных проблем можно, временно поставив личное авто на прикол. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям. Сильный холод, прогулки и дальние поездки лучше отменить.